Авторы летней профильной смены «Эколайфхаки» ребят с Траншосс и Брикс стали победителями во всероссийском конкурсе программы методических материалов. Проект продумывали сотрудники оздоровительного лагеря «Еланчик» и комиссар штаба студенческих трудовых отрядов «Юргу» Марина Аменева. Совместно с администрацией лагеря придумали такую смену. Вот, отличие ее было от всех тем, что она тоже содержала в себе экологию, но мы при этом изучали страны Шосс и Брикс вместе с детьми, разрабатывали определенные проекты, которые помогут улучшить состояние экологии в странах и непосредственно еще и в нашем городе, в нашей области. Девушка рассказала, что над проектом начали работу еще зимой. Тогда продумали тематику смены и концепцию, а позже начали составлять план-сетку с мероприятиями. И, как отмечает Марина, все получилось так, как хотели. Хотя победа в конкурсе стала неожиданностью. На самом деле было очень много эмоций, потому что я не знала, что администрация лагеря будет подавать заявку на участие в данном конкурсе. Это вызвало очень большую неожиданность, я бы сказала. Вот, увидела я победу в новостной ленте, в официальной группе ВКонтакте лагеря появилась пост о том, что мы стали победителями. Это было очень приятно, неожиданно. Всероссийский конкурс программы методических материалов проводится ежегодно Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения среди организаций отдыха и оздоровления по всей стране. На конкурс в этом году поступило более 300 работ из 41 субъекта Российской Федерации.